Всем привет! Начинаю свой влог с кухни. Делала сейчас гуакамоле. Так произносится, по-моему, по-русски. И хочу показать, вам уже показывала, но напомню. Вот такие приправы. Называется гуакамоле. Очень удобно. Это органическая марка, продается в органических магазинах. И здесь уже сразу приправки. Просто берете авокадо, толчете, лимон, можно соль. Вот этих приправ, и получается очень вкусная закуска. Когда прихожу из школы, Сашу отвела, мы начали нашу неделю, и не хочется ничего сладкого, просто делаю такой бутербродик сейчас с чаем. Будет очень вкусно. Всем приятного аппетита! Так, девчонки, что готовлю? Готовлю котлеты на гриле и также овощи. Люблю я готовить на гриле. Масло. Спасибо за ответ про масло. Добавляю чуть-чуть масла. У меня есть кокосовое, а также из косточек винограда. Видела, что многие любят из косточек винограда. А вот мясо, оно даже не нуждается. Здесь и так вытапливается все, что нужно. И да, я люблю на гриле. Мне больше нравится, чем отварное. Отварное иногда хочется, но все-таки вот готовлю такой микс, и сейчас буду еще отваривать Саше и чуть-чуть, может быть, даже себе. Это лапша из киноа и помидорок. Вот. Сейчас отварю чуть-чуть. И будет такой комплексный у нас обед. Что у вас на обед? Пишите, где обедаете, на работе, дома. Интересно будет узнать. Я очень рада, что вам понравились подушки. Пока я сняла наволочки, нужно их погладить. И буду уже, когда все куплю, тогда и буду украшать квартиру. Украшать, одевать мою главную комнату, так я скажу, в кавычках. И наволочки мне нужны, чтобы с ними ходить выбирать другие наволочки. А то можно в цвет не попасть. Поэтому спасибо. Да, согласна, что горшки вот такие уже приелись. Можно покрасить бомбой. Ну, у меня в голове одна идея. Может быть, даже я найду где-то на брокантах такие горшки. Знаете, с такими, как львиными ножками немножко, что ли, а лансьян. Ну, посмотрим. Пока есть идея, будет видно, смогу или не смогу. А вообще свекровь мне сегодня говорит, что у нее одно желание — открыть все окна, помыть их, поменять шторы, поменять подушки, сделать генеральную уборку, чтобы была весна. Вот и у меня тоже такое желание. Ну, слава богу, что сегодня солнышко. Класс. Вы часто спрашиваете меня, что я покупаю в Икее, чтобы посоветовала купить. Знаете, мои хорошие, в Икее я хожу с удовольствием, мой ребенок любит там бывать. И иногда мы находим такие вещи, которые стоят не очень дорого, но качественные. Вот, например, вот я люблю очень подставки под, как это называется, да, у нас-то таблеты, планшет по-русски, вот. Под телефон или планшет, мне кажется, это очень стильно выглядит. Я сейчас люблю дерево, и почему нет? Всегда так вот аккуратненько. Можно ребенку, если он смотрит, иногда можно самой пользоваться. Также у меня есть вот такая подставка. Можно под книги, также можно под планшеты, под компьютеры. Тоже очень ее люблю. Почему нет? Приглядитесь, там сейчас разные-разные. Всякие они не очень дорогие, но качественные и стильные. Кто любит дерево, конечно же. Очень люблю в Икее покупать цветы. Вот именно живые цветочки. Хотя там можно найти и искусственные такие букетики. Но я предпочитаю живые. И посмотрите, вот такой небольшой букетик стоит 1 евро у нас. Ну, стаканчик этот или горшочек я купила уже давно. И получается стильно, в то же время недорого. И потом кто-то мне написал, и да, мы высаживаем потом эти луковицы в сад. И в саду у нас все больше и больше цветов. Так что цветы я тоже очень люблю там покупать. Ну, раз уже мы подошли к моему туалетному столику, то покажу вам аромат дня от Джорджо Армани. Вот такая версия эссенса.
Я оставлю сноску в инфобоксе. Есть разные версии этой водички, но вот мне понравилась именно эта. Покупала ее во Флоренции, и во время нашего свадебного путешествия осталось совсем немного, ну, где-то вот одна треть. Очень она мне нравится, навеивает такие воспоминания свадьбы, нашего путешествия, прохлады, такого ветерка морского. То есть, ну, это ароматы достаточно свежие, морские. Или вот как бы такая свежесть после дождя, после растаявшего снега. Я не знаю, какая там пирамида, не буду вам описывать. Кому интересно, посмотрите. Ну, вот этот сегодня захотелось такой вот чувственности и свежести. Напишите, у кого есть эти ароматы. Будет интересно. Санька у меня очень любит принтер. Как только распечатываем что-то, он здесь как здесь. Не нажимай. Сегодня у нас холодно. Отвела Саньку в школу. Смотрите, вот там вот впереди голубая вывеска. Это у нас лаборатория для сдачи анализов. Так что, когда назначают анализы, мы идем туда и сдаем. А здесь такая хлебная, булочная. Никогда в ней не была я. Сейчас покажу вам лабораторию. Ну, вот здесь голубым написано «Анализы». Просто приходите туда и сдаете анализы. Ждете очереди. Если у вас есть страховка, то все анализы оплачиваются. А если нет страховки, то придется платить. Немного покажу вам наших французских домиков. Все разные. Есть, конечно, такие коттеджи красивые. Есть совершенно некрасивые, как везде. Сегодня такое небо черное. Я люблю дома из камня, из мольера. Они тогда такие старинные, красивые. Эти, конечно, такие коробки. Я, как всегда, забежала в магазин, и многих интересуют цены. Сейчас расскажу, покажу вам. В общем, лимоны по 4 штуки. Это органические лимоны, стоят €70. Картошка, сладкая картошка или батат у нас стоит €3.69. Тоже органика. И два огурца. Они по 2,29. Также био. И еще купила, не было у нас никакой марки, кроме этой, черный перец горошком. Вот такие у меня были сегодня покупочки. То, что забыла докупить на рынке. В прошлый раз. Вот сейчас выпью чаю и буду заниматься, поработаю немножко, у меня много монтажа. Девочки, вы очень часто у меня спрашиваете, где я учусь, где я нахожу информацию об декоре интерьера и так далее. На разных сайтах, в разных журналах насматриваю. Вот, например, сейчас смотрю в зеркало и написала в Инстаграме, что тенденция, чтобы зеркала стояли на полу, партер, как говорят французы, просто прислоненные к стене. По-моему, очень удобно, практично, особенно для женщин, я так шучу, которых нет мужчин рядом, чтобы прикрепить все это. Но все-таки это вот тренд, и мне кажется, это создает уютную атмосферу. Посмотрите, вот просто на полу. Уютная атмосфера, современность, шик в то же время. Не знаю, мне очень нравится. И также сейчас в моде круглые зеркала. Мне очень также это нравится, эта тенденция, этот тренд. То есть круглое зеркало в такой тонкой оправе, оно и как бы минималистичная, и в то же время она создает неповторимую атмосферу в доме. Вот вообще круглые вещи очень люблю. Поэтому сейчас можно найти, и вот видела в Икее что-то подобное.
и просто круглые зеркала в золотой оправе, сейчас такое старое золото немножко, и в черной оправе вот и маленькие, и большие, то есть различные. Самое главное, мои хорошие, это просто вот насматривать, это интересоваться тенденциями, интересоваться, что не только в моде, в одежде, но также есть мода на интерьер, есть мода, вот маленькие совсем такие, сейчас часто можно увидеть, и их комбинируют с картинами. Перешла на другую тему. В общем, я думаю, что стилю как в одежде, так же стилю в декорации интерьера можно научиться, если вы этого хотите, и не обязательно проходить какие-то курсы, если у вас есть чувство стиля, чувство вкуса, просто сейчас очень масса различных сайтов, различных журналов, книг, информации бесплатной, поэтому просто стоит зайти, посмотреть и взять на заметку, иногда вот просто сохранить в закладке. Девчонки, сижу, работаю, налила себе чайку и захотелось мне шоколада. Но так как после обеда я сладкое не ем, вспомнила вопрос одной из моих подписчиц, которая спросила, можно ли найти хороший шоколад во Франции. Во Франции можно найти просто божественный шоколад. Есть такие маленькие шоколадные лавочки, бутики, где шоколад делается своими руками, различными начинками, различные формы, и черный, и белый. Просто это божественное удовольствие. Конечно, это удовольствие дорогое, вы можете покупать его на разный вес, можете составлять различные коробочки. Когда мы ездили в Париж, помните, во влогах, также в Довиль, в Нормандию, я показывала вам такие бутики. Конечно же, можно зайти в супермаркет и там тоже купить неплохой шоколад, плитки шоколада. Есть сеть магазинов, как Jeff de Bruges, так, по-моему, произносится, и Линд есть бутики. В общем, у нас, в принципе, я даже не могу сказать, что шоколад плохой. Я никогда не пробовала плохого шоколада во Франции, чтобы он был вот такой как бы пластилиновый, чтобы там было натолкано много сои. Не знаю, я покупаю, если покупаю шоколад, то я покупаю всегда хороший шоколад. Ну, надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, а я буду заканчивать мой влог. И до новой встречи на моем канале. Ваша Светлана Франция. Подписывайтесь, кнопка внизу, нажимайте на колокольчик, чтобы получать сообщения, извещения о моих новых видео. И всем хорошего настроения. Пока-пока.